Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardware.info, а перед нами Samsung Galaxy S21 FE, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить разделение экрана. Для этого мы открываем какое-то приложение, и слева снизу или справа снизу нажимаем на такие три палочки. Если у вас управление жестами, вам нужно свайпнуть снизу до серединки, задержать здесь палец на секунду, то бишь выглядеть это будет вот таким вот образом. И вы тоже попадете в вот такое вот меню. Здесь нам надо нажать на значок нашего приложения и выбрать пункт «Запуск в режиме разделенного экрана». Наше приложение помещается в верхнюю часть экрана. Выбираем второе приложение, к примеру, Chrome. Вот и все. Теперь я могу пользоваться одновременно Play Market и Google Chrome. Нажав на вот эти вот три палочки, я могу поменять наше приложение местами. Если нажму вот сюда, я добавлю наше приложение вот сюда вот в меню быстрого доступа. Нажав сюда, у меня открывается одновременно Chrome и Play Market, как я и выбрал. А если потянуть этот пункт вверх или вниз, мы можем поменять размер, во-первых, каждого из приложений, а в самый верх или в самый низ мы открываем обратно полноэкранный режим. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.